Так, поснимаем вот эту фигурку. Кто это у нас? Так, о, это эльф. Видно, здесь такое спокойное выражение лица, узоры, такие листики. И здесь вот воинственное выражение лица. Это девушка-эльфийка. Ну, наверное, со спокойным выражением лица лучше. С таким злым у девушки, ну, как-то это слишком. Поэтому, наверное, можно оставить обычное. Так, сейчас посмотрим. Так. Спокойненько ручки. Пошли. Оп. Так, втыкаем. Немножко туго идет, конечно. Лук. Вот. И вот так. Сильно здесь не буду защелкивать, потому что потом, возможно, что можно будет не перевернуть ей голову. Вот. Так вот сейчас. Ну, давай. Такая, конечно, эльфийка. Опасная, злая. Наверное, лучше сделаем вот так вот. Они все спокойные. Вот. И лук.